150-300. О, отлично. Косарь. Два косаря давай. Два. Есть. Всем привет, ребята. С вами Илюша. И сегодня мы будем играть в игрушку под названием Nuclear Business. Смысл, ребята, игры этой в том, что мы должны убить этого чувака и больше разнести, как бы, вот этот наш город, да. И сейчас у меня вроде бы 50 очков, что ли, потому что игра именно с этого начинается. И я не успел заснять, так что давайте. Сейчас бомба должна бомбануть именно прям в него. Я сюда поставил точку. Так вот, она летит. Минус. Так я же должен 50, а не минус 237 набрать. Что за фигня? Окей, давайте попробуем сюда. Надеюсь, получится правильно. 45? А куда? А, вот, 101. То есть мы должны, типа, как я понял, этим чувачком как можно больше города разнести. Я думаю, его надо пулять отсюда. Давайте попробуем так сделать. Только я не помню, сколько нам надо очков именно набрать. Так, смотрим. 100... Ого! Косарь! Сразу же косарь! Офигеть! Смотрите, какое пламя, типа, или что это, грибок какой-то был. Офигенно, мы этим чувачком город разнесли, классно. Я хотя бы понял, ребят, прикол весь этой игры и как надо все тут распланировать. Думаю, вот так сейчас будет норм. Он должен, по идее, улететь, но не знаю, куда он улетит. Так. Туф. Да, да, все отлично, он хорошо полетел. 300, 400, 500, 600, 720. Левел пройден, да, отлично. Теперь нам надо, как бы, в основном город там находится. Думаю, надо сюда бомбануть. Чтобы, по идее, он отлетел хотя бы туда прямо. Да? Я же правильно его спланировал. Туф. 40, 80, 100, 200. Ну, как-то не очень. Сейчас залетело. А, прошел, окей. Так, я думаю, нам надо 250 только. Фух, это же легкотня. Куда нам надо? Давайте направим его вот туда. Сейчас вот так. Думаю, нормально отлетит. Во, вот это сейчас четко было. Мне понравился прям взрыв сам. 240? Чё? Или 248? Блин, 250 надо было. Да я сейчас пройду. А, блин, он сейчас не в ту сторону полетит. Но все равно, посмотрим. Так, а, во, сразу же 400. Я не понимаю тактики, но я понял, что он должен максимум, ну точнее, как можно больше домов разрушить. То есть он сейчас разрушил дом и 450 очков набрали. Так, думаю, сейчас надо бомбануть сюда. Ну, по идее, напротив него, и он должен отлететь туда. Так. 80, 100. А, ну окей. Даже 200 не набрали. Фиг знает тогда, куда его отправлять. Тут у нас меняются позиции-то разные всегда. Так, давайте тогда вот отсюда. Во, сразу же 200. И чё, все? 255. 255, а надо набрать 300. Так, пробуем дальше, 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 дальше. Где-то. Вот он. А, он в воздухе вообще завис. А, он опускается потихоньку. Что с тобой, чувак? Чувак, ты чё? Ты бог? Я нашел настоящего бога, ребят. Офигеть. Так, все, пора тебя уничтожить. Ты сейчас должен вообще великолепно отлететь. 300. Все, отлично. Справились с задачей. Я не понимаю до конца, но я понял, в принципе, что он должен сломать какие-то дома. А как вообще отлетать он должен, я сам не понимаю. 350 очков. Думаю, вот так. Сейчас он должен нормально отлететь. Хотя не знаю, как там ударная волна сейчас его откинет. А, ну... Он, ты же в дом попал. Ты же отлетел в дом. Давайте тогда попробуем на уровне его. Хотя где ты... А, вот ты где. Вот сейчас прям сюда отбоманем. 90. 150, 300. О, отлично. Фига. Косарь. Два косаря давай. Два. Есть. Два косаря. Кто, ребят, больше побил? Напишите об этом в комментариях, я не знаю. Вот это сейчас повезло, просто реально повезло. Так, куда отлететь бы тебе? Да, вот эту штучку. Вот прям вот на эту поставим. Может быть, все-таки это не зря, может, это такая пасхалочка тайная. Так. 56, 110. Все? Не, ну нафиг. Это, кстати, штука даже не взорвалась, офигеть. Так, а куда ты отлетишь? Ты должен вроде нормально отлететь. Бам. 200 только. Эх, что-то пока что не получается мне набрать 400, но я должен. 400. Где-то, чувак. Вот ты где. Вот сюда. 300. Давай, еще набирай. Все? А, ну да, он остановился. Эх ты, чувак. Почему ты не набрал 300? Ну, 450. Сразу же. Отлично, все, мы, по идее, выполнили наш договор с игрой. Во, да, все, левел пройден, отлично. 450, сразу же пробую сюда. Посмотрим, что сейчас с этого выйдет. Но я должен сейчас сразу же его убить. Вот, точнее, не убить, а пройти. 52, 160, 300, 400, 600.
900, косарь, косарь. Все отлично. Только 1300, ну почти 1400, но неплохо, неплохо. Пятихатку. Пятихаточка. Давайте вот сюда бабанем и посмотрим. Бам. 200, 300, 400, 500. О, отлично. Пятихатку мы сразу же, ребят, выполнили. Даже 800 набрали. Это было сейчас неплохо. 550. Сразу же бомбану сюда. Что с этого выйдет? Так. Жду. Дуф. 70, 200, 300. 800. Отлично. Может, на рекорд пойдем, а? Не, к сожалению, нет. Только 1400. 600 уже очков. 600 очков на барабане, ребят. Так, я должен сейчас его нормально так отфигачить. Так. 100, 200... Эх, 227, что-то сейчас не зашло, ребят. Ну, давай, все. Так, вот тебя сейчас отсюда вот так. Хоп, и ты должен улететь сюда. А, тут всего лишь один дом. What the fuck? Туф. 41, 100, 170, 300. Да, ну ты отлетел сюда как... Да, как я и рассчитывал, так и должно быть. Все, кажется, я понял систему. 300 сразу же, 400. 500, 600, все отлично, 600 выполнили. И уже даже 800 набрали. Неплохо. Сколько? 650. Давайте до 700 попробуем набрать. И думаю, все. А, блин, не туда я поставил траекторию. Сейчас он улетит не туда, куда надо. Да, всего лишь 50. Все, я понял. Так, дерево снес. Дом тоже снес. И все. Он слишком медленно пролетел. Что за фигня? Окей. Ого, фига, как тут чувак оказался-то. Давай сюда. А, он упал. Сгруппировался еще. Чё за подставы, мужик? Левел фейлит, окей, понятно. Так, думаю, тогда его направить вот... Ага, сюда. Ну, ты сейчас должен вообще прям четко полететь. Так, 300? И все? 390? Блин, ну как так? Я же должен уже пройти этот уровень. Фух, что-то морока с этим уровнем, ребят. Так, он сейчас приземлится сюда, по идее. Давайте тогда... Так. Вот сюда бабанем. По идее, так должно быть сейчас. Да, да, сбоку летит. Туф. 40, 100. Еще. Почему так мало? Ого, можно смотреть от его вида, типа. Вот это прикольно. Так, давайте тогда от его вида сейчас посмотрим. Справлюсь я сейчас. Или нет. Последний раз пытаюсь. Если, ребята, не смогу, то извините. Так, все. Смотрим от его вида. Мы такие стоим, думаем, что на работе у нас. Хоп. 54, 292. Да, ребят, жаль, что мы не затащили, но я пытался, ребят, я серьезно пытался, но почему-то у нас не зашло. Ну а с вами был Илюша, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока!